Приветище! Это лесная братва, а в данном случае енотская братва, и мы продолжаем высвобождать всех енотиков от приюта. Ну, то есть полицейские забирают в приют енотов, и мы их, соответственно, освобождаем. Если ты это не видел в прошлой серии, то обязательно посмотри. Я уже с одного такого приюта сбежал, и это было эпично. В общем, сейчас мы проникаем в дом за определенным полицейским. Он находится в этом доме. И мы не можем туда просто так попасть, потому что двери заперты. Сейчас нам нужно попасть в этот сарай. Чтобы туда попасть, нужно стырить ключик у садовника. И, кстати, у меня уже одна звездочка есть, вон справа вверху, видишь? Одна звездочка мигает из 5. Если я наберу 5, то за мной приедут танки, вертолеты и просто размотают меня. Наверное. Ну, это прям как в GTA. А может, они приедут, не знаю. Наверное, будут, скорее всего, полицаи с электрошоком бегать. Так, значит, вот он. Вот он, садовник. У него есть ключ. Ключ от того места, куда нам нужно проникнуть. Сейчас. Кстати, стелс починили. Смотри, я могу в стелс войти и выйти. А раньше не мог. Вот он, ключик висит. Смотри, смотри, смотри. Аккуратненько. Главное, чтобы нам по жбану не дали. И стрели ключик. Все, бежим. Делаем тапки. Все по плану. Все хорошо. Сейчас, сарайчик, жди меня. Главное, чтобы нас не застукали. Не застукали за вскрытием сарая. Сарайчик, откройся. Спасибо. На всякий случай. Эту дверь закроем. Чуть самого себя не пришиб. И что мы делаем здесь? Надо сделать какую-нибудь ловушку на случай, если кто-то сюда зайдет. Да, правильно, правильно. А сюда могут садовники зайти. Давай, наверное, бойлер опрокинем, чтобы водичка здесь. Вот и все. Вода нам. О, скейтборд! Скейтборд! Кто-то идет. Черт, врывается сюда садовник на воду и оу, в горшок с цветками улетает. Хы. Вовремя я ловушечку намутил. А что это ты за скейтом? Это твой скейт, что ли, был? Тьфу ты, ради скейт. Вот этот скейт, конечно, мне больше нравится. А это, смотри, мститель. Давай со мстителями, конечно, возьмем. Розовый для девочек. Так, веревочку обязательно. Мне нужна веревка. Веревка. У меня есть веревка? Мне нужно его связать. Я не могу достать. А, сейчас, подожди, мы вот так вот сделаем. Черт, он нас запалил. Выйди. А, он опять упал. Я застрял. Он упал, а я застрял. Веревка, веревка. А что-то веревка не берется, прикинь. Что у меня? У меня вроде все пучком. В рюкзаке есть место. Ладно, давай пожрем. А, нервяк. Жесткий нервяк, надо пожрать. Я думаю, что он опять сейчас навернется на луже этой. И будет сказочно. Так, где же веревку-то мне достать? Мне нужно его срочно связать. Чтобы садовники мне больше не мешались. О. Он проснулся, кажется. Он исчез. А, вот же веревка была. Он здесь? Нет, его здесь нет. Он, походу, под пол упал. И провалился под текстуру, как говорится. Хорошо. Значит, пончики свистнуть. Здесь никаких секретиков нету. В полицейском участке... в полицейском участке были спойлеры. Фу, блин, спойлеры. Постеры. Что же со мной происходит-то? Енот меня поглощает. Я становлюсь енотом. Там были постеры. 3 штуки собираешь, и какую-то штуку тебе дают. Бонус какой-то. Так, все, у меня все есть, в принципе. Я могу на скейте кататься, да? Вот он, скейтик мой модный. Поехали. Главное, чтобы меня не запалили. Если что, я буду убегать. Так. Детишки, я снова к вам. Этим детям я в прошлой серии помог достать мячик, который застрял на дереве. Ну, что скажешь? Оу, ты достал ключ у этого, у садовника. Ну, да. Теперь на скейтборде... А, теперь скейтборд вернулся ко мне, спасибо. И я могу воспользоваться скейтбордом. Нравится тебе что-то там, блин, мой спрейхинг-зидойчинглиш. Он, короче, сейчас нам откроет двери. Двери за то, что я забрал скейт. И, скорее всего, он мне даже этот скейт подарил. Там было написано, что поскольку тебе нравится скейт, я тебе его дарю. Подожди, скейтик у меня здесь подождет, да? Спасибо тебе, молодой человек. Правда, ты какой-то горбатый. Почему у тебя рот постоянно открыт? Ты на Дракулу похож. Странный чувачок, помятый, конечно, вообще. Потный, помятый, с открытым ртом. Еще и под текстуры свалился, ноги как на коне. В общем, ладно. Это меня не интересует, людские проблемы. Меня интересует енотские. Все, мы проникли в дом. Двери можно закрыть, чтоб я слышал, когда сюда кто-то войдет. Ну, все, приступаем к обыску квартирки. Можно все нафиг пооткрывать, я это сделаю. Я же енот, надо нашкодить людям.
этим проказником, который нас похищает в приют и усыпляет. Так. Вообще, на самом деле, енотов не в приют отправляет, а их усыпляет и вывозит за город, на природу. То есть им никто больно-то и не делает. Но нам это тоже не нравится, ну, в смысле, енотам. То, что нас усыпляет, потом куда-то вывозит, перевозит. Мне вот нравится домашняя обстановочка, может быть, а не лес. Телек какой мощный. Так, походу, нам надо... Куда? На второй этаж? Что мы ищем? Найти документы. Три документа нужно найти. А, это я, получается, в дом полицейского приехал? Это его дом. Ладно. Одни документы были где-то здесь. Я их даже не заметил. Вот они, да. Нам прям показывали. И еще одни документы наверху. Надо подняться наверх. Апостроф здесь нету случайно. Я ничего не профуфукаю. Апостроф я не вижу, честно. Вот. Здесь у нас... О, подъем на второй этаж. Главное не напороться на полицейского. Надеюсь, он дрыхнет. Надеюсь, он спит. А, вон он стоит. Так, он на кухне. Хорошо. Тогда мы наверх. Джеймс Бонд, енот. Не, енот Бонд. Да, так правильнее звучит. О, у него тут бильярд есть, прикольно. Можно сбить? Сейчас, подожди. А, можно шарик взять. Вот мы его возьмем и кинем полицая. И потом свяжем. Да, это будет прикольно, пойдем. Вот, тут, кстати, и документики. Можно, кстати, и чашку кинуть. Сейчас мы спустимся с другой стороны. Я думаю, здесь можно спуститься. Да, можно, 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 можно. Значит, где шар для боулинга? Фу, блин, боулинга. Для бильярда. Нет, здесь коп. Вон, он нас палит, он нас палит. Он нас палит. Фух. Так, ладно. Мы, наверное, сделаем вот такую штуку здесь. Раз он нас палит... Неожиданно не получается сделать. Вот так вот. Дружище. Ну, сейчас я попробую, конечно, в него попасть. Но это не точно. О, он бежит, он бежит, бежит. Я кидаю в него. Он падает по лесенке. Нет. Оу. Он не упал все-таки от шарика, который я в него кинул. Веревочка. Связываем его. Копа в его же доме связать. Оу, да. А это забираем. Значит, еще одни документы остались. Они лежат в другой комнате. Сейчас, доберем. Если честно, мне это напоминает симулятор воришки. Только в данном случае вместо вора выступает енот. Вот они, третьи документы. Дело на енотов. О, да. Погром в доме. Вы можете устраивать погром в домах людей. Большинство предметов окружения можно сломать, уронить или порвать. Некоторые объекты можно сбить броском предметов в них. Другие же активируются клавишей действия. Так, то есть я могу, в принципе, офисное кресло подпилить, да? Вот, я его сломал. Спасибо. Что еще? Горшок, кусты. Спрятаться могу туда. Так, так, так. Что еще могу сломать? Что еще? Хочу что-нибудь сломать еще. Так, чтобы использовать. О, пожалуйста. Вот здесь вот могу что-нибудь раскидать? Лампы там. Да, можно. Вот, вот, пошла жара. Все снести, все разломать. Ноутбук жалко, нельзя скинуть. Дестрой. А, мне нужно на 1000 очков нанести разрушений. Хорошо. Пойдем, короче, в другие комнаты. Здесь, в принципе, больше нечего делать. Можно диван как-то сломать? Картины, 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 да. Подсказочку надо убрать. Сейчас, мы возьмем чашечку с кофе. Он нам... Да, да, что ж такое-то? Почему я здесь? Сейчас. Вот. Там чашечка с кофе. Да ебарасете! Не лезь ты туда, под стол. Вот она, чашечка кофе. И давай попробуем. А, я стырил, и дестрой засчитались. Ну ладно. Засчитали нам дестрой. Чашечка кофе, значит, у нас улетает. Вот сюда можно? А, да, хорошо как. Еще одна чашечка. Вот хорошо как пошло. Ой, ой, ой. Вот эту штуку можно использовать? Не, нельзя. Ладно, давай еще кинем. Прямо вон туда. Ой, хорошо так как, а. Разлетаются кусочки бумаги. И кружка. Вернись. Не забирается. Я и забрал. И вот это тоже заберу. Ништяк. Так,
Давай проверим, знаешь что, можно ли в ноутбук зарядить еще кофеем, залить его, так сказать. Ну-ка. Прикол. Пробил, как говорится. Пробил экран. А стекло можно разбить? Не, нельзя. Смотри, как оно по стеклу стекает, словно вода. Ну, хорошо. Тогда по картинам. По картинам, да, по картинам можно. По картинам можно. Что-нибудь такое жесткое сломать хотелось бы. Может быть, я бильярдный стол могу разнести? Подпилить тут ножки, еще что-нибудь. Шарики. Да, шарики сейчас наберем. О, сразу сколько дестроя. И вот, сейчас начнем здесь все обкидывать. Та-дах, ба-да-дах, ба-дах. Да. Это знаешь, как аттракцион, типа, попади в цель и получи подарок, мягкую игрушку. То же самое. Ёпрасте, я не думал, что у енотов столько развлекалово бывает. Вот же ж весело им живется, да? И ничего тебе за это не будет. В тюрьму не посадят. Ты же енот. Что с тебя спросить-то? Так. А если в люстру попасть? Подождите, дайте мне еще шарики. Вот эти забираем, вот эти забираем. И вот это... Ай, ладно, хватит. Хочу попасть в люстру. Что будет? Не, ничего не будет. А если вот сюда попасть? Тоже нифига. Ладненько. Сколько там? 880 урона мы нанесли дому. Пойдем еще что-нибудь. Что-нибудь... Горшки, можно горшки? Пожалуйста. Нет, горшки неся. Цветками. О, картина огромная. Я про нее совсем забыл. А, это не картина, это значит постер какой-то. Пойдем полицейским по бочке зарядим. Для профилактики ему пофиг. Он уже того. В шоке от происходящего. То, что ему енот разносит квартирку. О, детская. Блин, детская, это ж так прикольно. Что-нибудь здесь можно забрать? О, енот. Уронить лампочку. Человек-паук вон стоит, смотри. Из лего. Ага. Ладно, здесь тогда. А здесь что-то в детской-то ничего и нельзя сделать. Вот я кидаю. Не-а, бесполезняк. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Так, еще чуть-чуть надо напакостить. А, во, мстители. Плакат с мстителями, смотри. Не, не прокатило. Значит, пойдем вниз на первый этаж. Детскую нечего трогать. Дети мне не пакостили. Они мне помогают. На первом этаже. О, смотри, сколько тут всего. Хлебыщ. Дайте мне, пожалуйста, шарик. Ну, почти, почти. Еще два предмета. Уронить и все. Вот. И вот так, все. Разнесли дом. Ну, по крайней мере, постарались это сделать. Прикольно. Забираем, пригодится. Для нас не пропадало. Так, теперь мне нужно куда-то попасть. Я не знаю, что это, туалет? Пойдем, зайдем сюда. А, это гостиная. Воду включить, чтобы тут все затопило. Оу, oh, yeah. И кажется, за мной кто-то бежит. А ты кто такой? Енот-пират! Что ты делаешь? Уходи отсюда! Ну, типа, валим. Let's get out. Да, надо валить отсюда. Окей, я иду за тобой. Я бегу. А ты как тут оказался-то вообще? Огнетушитель, сейчас будем на скоростях уходить. Погнали. Ладно, ты первый. Копов вызвали. Кто копов вызвал? Он прыгает отсюда на скейте. Сейчас, 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 я бегу. Я еду. Йоу! Нифига себе, сейчас будет погоня, походу, да? Забавно. Мы свалили от копов. Они даже ничего не заподозрили. Че, сюда надо? Ой, промазал. Сейчас, сейчас. Опа, все, я залез. Крутяк. Енот-пират и обычный енот сбежали из дома полицейского. Еще чуть-чуть, и нас бы поймали. Говорит Джек. А, это Джек. Ты переоделся в это, в пирата? Чтоб тебя не запалили, это маскировка. Я понял. Ну, слушай. А как ты меня вообще нашел? Я его с приюта освободил и... Ну, это ладно. Эта машина отвезет нас в безопасное место. Ты уверен? 188 метров нам еще пилить. Ну ладно. О, в тачку можно кинуть что-нибудь? На тебе мусор! Не подъезжай к нам близко. За нами погоня.
Да, я вижу, полицейские. А, надо не в это, не в ранжак кидать, да? Не в эту машину надо кидать. О, он тоже кидает. Погоди, да копы за этой машиной. Фига себе, они мощные, они взяли тачку, просто перевернули. Да за людьми так не гонится, как за енотами. ДТПХ. Так вам и надо. Да, так им и надо. Ну серьезно, а что такая погоня за енотами? Что они натворили-то вообще? О-о-о! Мы приехали на разборку, на утиль тачек. Здорово. Может, тут тоже помусорить. Все. Незабываемая поездочка, это да. Вылазим отсюда. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю. Опа, опа, опа. Начинается какой-то движ. Ну, пойдем. С кем ты меня хочешь познакомить? Это будет человек или енот? Слушай, последний раз, когда я следовал за Джеком, мы встретили полицейских и нас поймали. Надеюсь, что в этот раз все пройдет гладко. А че, далеко бежать-то, Джек? О, смотри, вон чел. Реально, с чуваком нас будешь знакомить? Привет, Джек. Я смотрю, ты привел друга. Мы с ним из одного леса. Он тоже лишился дома. Джек, ты принес мне детали? Конечно, вот они. Отлично, пойдем попробуем починить кран. Ну пойдем, я посмотрю, как ты чинишь кран, Джек. Забавно. Бородатый дядька, который будет давать нам миссии, чтобы мы крали из других домов ему что-то, чтобы он мог чинить что-то. Так, посмотрим, что тут у нас. Мне не хватает пары деталей. А, так вот про какой кран идет речь. И что? Джек, ты знаешь, где искать, принеси мне их. Я бегу за Джеком. Джек, не так быстро, у меня выносливость, надо пожрать. Пожрать, сейчас подожди, я пожру. Сейчас я пожру. Надо выносливость установить. На важной миссии, на важной... Ну, тут, в принципе, ничего важного. О, он меня даже ждет, прикольно. Спасибо, что подождал. Ты очень любезен. А, или тут ты на мусорке ищешь? Поищи детали в этом контейнере. Почему я-то? Почему я? Ты не хочешь в мусорке лазить, да? Так, ладно, давай с другой стороны. Проворный Джек, пират. А где мне тоже такой же костюмчик найти, а? Я тоже хочу. Так, а какую деталь-то искать? Ты мне даже не сказал. А, вон, я вижу шестерню. Ага. Фу. Ну тут, по крайней мере... Ой, бочку свалился. Тут, по крайней мере, не помою. Нашел. Молодец. Давай я отнесу эту деталь, а ты пока найди следующую. Да что ж такое-то? Подписался на какую-то фигню. Как далеко бежать опять. Кстати, а кто нас привез на мусорном грузовике? А? Может быть, этот старикан? Я не думаю. Тут все повязаны. Тут все в сговоре. А, там еще один контейнер с мусором. Угу. И там тоже шестеренка. О, погрузчик. Обожаю погрузчики. Может быть, я на нем как-нибудь покатаюсь. Руки есть, ноги есть, чего. Так. Найти следующую деталь. А что, я здесь все? Я здесь все нашел? Походу... А, здесь не было ничего. Нет, стой. Куда мне бежать-то? Показывать, что куда-то сюда. А, вот, вот они, детали. Ага. Вот она. Нужно отнести ее старику. Ну, все, потащили. Короче, я выяснил, что этого старика зовут Боб. Вон, сверху написано, где задание, отнеси деталь Бобу. Боб! Бобецкий! Я нашел детальюшку, держи. На. О, ты принес запчасть. Не уходи далеко. Сейчас я починю кран и используем его в деле. Кажется, починил. Давай проверим, как он работает. Че, мне нажимать, что ли? Ну ладно, спасибо. Это честь для меня. Так, так, так. А, он открыл, смотри, проход. Он поднял тачку и открыл проход. Как будто я не мог так перелезть. Я бегу, смотри, что там за проход. Бегу, 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 бегу. Пират уже здесь, Джек. Там довольно безопасно. Вы можете использовать это место как ваш новый дом. Благодарим. Сейчас мы тут обустроим себе хатку. Ого. Ого-го. Прикольно. Тут мы можем устроить штаб, чтобы планировать наши вылазки. Вылазки для...
Ой, я не могу. Штаб енотский. Но нам понадобится электричество, чтобы открыть эту дверь. Так, ясно. Электричество. Будем сейчас искать генератор какой-то или батарейки. Нам понадобятся строительные материалы. Думаю, что их можно будет добыть на той стройке. Окей, Джек. Я как-нибудь схожу на ту стройку. Наверное. То есть мы реально будем штаб обустраивать? Офигеть. Так, так, тут замок. Нужно попробовать вскрыть этот контейнер. Там наверняка много полезного. На стройке должны быть инструменты для этого. Пошли, добудем стройматериалы и найдем, чем можно открыть этот контейнер. Окей, погнали. То есть мы сейчас на стройку бежим. Может, перекусим? Я опять проголодался. Я устал бегать, я такой пухлый что-то. Как это ты сквозь тачку прошел? Я так смогу? Нет, я так не смогу. Четырюга. Джек пиратский четырюга. Эх, давай бежим. Молоточек. Жалко, молоточек свистнуть нельзя. Он бы нам пригодился. Эй, Боб, не теряй нас, мы на стройку. Мы скоро вернемся. А где, кстати, Джек? Нифига себе, он умчался. На спринтах. Подожди, у меня же есть скейт. Че я буду на четвереньках за ним бегать? Опа. Джек, а где твой скейт? Я совсем забыл про него. Нифига себе, прыгаю. Так, я здесь, я жду тебя. Да что ты не говоришь-то ничего? Ну давай я сюда залезу прям. О, давай разделимся, чтобы быстрее найти все необходимое. Ну ок, а что искать-то? Блинский. Вообще, немногословен этот Джек, и старик его тоже. Хотя старик мне больше нравится. Так, так, так. Опа, строители. Ладно, не запалиться. Чё? Ага, кажется, что этой штукой можно открыть контейнер. Кусачки нужно стырить. Похоже, что каска защищает строителя от моих бросков. Надо попробовать уронить бочки, чтобы они сбили человека. Ну ладно. Сейчас попробуем. Бочки посыпались. Да. Кусачечки. Слазим со скейтика. Кусачки. Есть кусачки, стырил. Садимся на скейт и мчим дальше. Поехали. О, тут у нас это. Домики строителей. А вот и стройматериалы. В контейнере они, да? Вряд ли люди позволят мне утащить ящик. Надо попробовать разлить эту штуку, а затем уронить доски на строителей. Ого, вот это план. Мне он нравится. Сейчас будет шкодное дело. Нашкодим, так нашкодим. Значит, разливаем цемент. Главное, не на меня. Ой, нас спалили. Теперь доски. Пока они там идут, вон, из-за цемента они, короче, замедлились, и я уронил на них доски. Блин, это вообще кошмарно. Такими досками завалить строителей. Они как там, интересно, выжили? Ой, как их там долбит. Шмантыляет. Походу, им плохо. Ну, я беру ящик. Значит... А, мне придется его на скейте катить, потому что он слишком тяжелый. Подожди, а что-то он не катится. Давай, хватай его. Вот, все, я прицепил его. Ой, спецназовец. Енот спецназовец. Ну все, погнали. Так, а подожди, мне в другую сторону. Спринтовать, конечно, я с этим всем делом не могу. По идее, ну вот с этой коробкой я должен куда-то бежать. Но почему я бегу к строителю? Что за миссия? Найти второй ящик. Ой, я еще и второй ящик потащу. А что Джек-то делает? Почему я всю работу выполняю? Все хлопоты мне достались. Снова строитель. Похоже, что этот привод можно использовать как оружие. А, провод. Не привод, а провод. Ну хорошо. Вы можете перетаскивать незакрепленные объекты. Для этого... Наведите камеру на объект и удерживайте ЛКМ, чтобы перемещать объект. Окей. Значит, я отвязываю контейнер. Тихонечко сюда подкрадываю, чтобы меня не запалили. Беру провод. Как-то можно провод взять? Провод-то возьми. А если вот так... О, получилось. И чё? Можно я его перетащу? Чёрт. Он идет прямо ко мне. Но я в стелсе. Да вон провод! А провод долбанись. Есть, его долбанул током. Значит, забираем последний контейнер. Давай. Эу. А, скейтборд нужен. Блинский. Все?
Погнали. Отлично, теперь мне нужно найти Джека. А тот контейнер, как, что быть-то с ним? Как мне быть? То есть я этот бросаю, да, и иду... Ну ладно, пошли. Давай я вначале вот этот контейнер сюда отвезу. А вот и Джек. Что он тут делает? А, он сломал доски полицаям, чтобы они не смогли нас догнать. Красавчик, Джек! Я поверил в тебя. С тобой на дело можно ходить. Так, ладно, я оставляю здесь пока контейнер. Иду забирать вон тот. Надеюсь, рабочий не проснется пока что. Так. Давай вот так вот я могу ящики перетаскивать. О, так и так можно таскать. Неплохо. Хобана! Круто. Так даже быстрее получается. Слушай, а я могу его наверх посотавить? Сейчас, подожди, вот на скейт. Да что ж так, не, мне кажется, оно свалится. Стой, не падай, пожалуйста, не падай. Эх, ладно. Сейчас. Как скейт-то качается? А если вот так пойдет? Ок. Присоединяем, покатили. Давай, только не падай, пожалуйста. Еее! Получилось. Здорово. А и Джек тоже спер. О, ты уже все нашел? Ну, конечно, я все нашел. Блин, у меня один ящик упал. Черт. Пошли, найдем мне еще один ящик. А я-то два нашел, а ему еще один нужен. Слушай, ну как мне закрепить вон тот-то? Ты мне не расскажешь? Может быть, в подсказках что есть? Так, я пока здесь постою. Подожди, второй ящик тоже возьму. Сейчас Джек второй ящик найдет, и я посмотрю, что он будет с ним делать. А, гляди, смотри, я ящик могу как бы зафиксировать. О, круто! Все получилось. Гляди, а там рабочие на заднем фоне веселятся. Берем, значит, веревочку и покатили. Покатили за Джеком. Главное, нам сейчас тут не попасть. Там рабочий. Рабочий отдыхает. Подожди, я могу коробки как-то двигать? Нет, коробки я двигать не могу. Хм. Ладно, сейчас будем проходить мимо рабочего. А я в стелсе... Нет, в стелсе не могу. Значит, нам нужно как-то оглушить этого чувака. Давай, сейчас здесь все оставлю. Вон Джек стоит. Джек. Сейчас, ладно. Он сейчас мне что-нибудь интересное расскажет, как мы справимся с этим строителем. Так. Помочь Джеку найти второй ящик. А вот и второй ящик. Где второй? На втором этаже, что ли? Обезвредь этого строителя. Я тебя прикрою. Попробуй сбить чем-нибудь вентиляционную шахту. О, вот ты придумал. Ну ладно. Погнали. Чем сбить? У меня камень, в принципе, есть чем сбить. Сейчас. Сейчас. Ладно, чтобы нас не запалили. Опа! Нифига себе, она на него прям бахнулась. А, он еще и здесь тоже проход завалил. Вот еноты, да? Вот что вытворяют. Это прям какой-то боевик получается. Так, бежим. Второй ящик Джек берет. И кладет. Ну да. Последний есть. Пора возвращаться домой. Я за тобой, Джек. Веди меня. Черт, за мной, кажется, А он еще раз грохнулся. Все, ок. Нифига себе, у него скейтборд как грузовик. По доскам гоняет. У меня так получится, нет? Или я застряну? О, да, тоже смотри. Знаешь, как машинка на веревочке катится, вот так же у меня скейт с ящиками. Жалко, конечно, что спринт только не работает. Что-то там с Джеком не того. А, не, все нормально, это он просто стоит на двух лапах. Выход перекрыт. Вау, дела. Копы нас встречают. Попробуй отвлечь их. Ты что творишь? Не бегайся. Оо, тяжелая техника пошла в бой. Мама мия, там еще и взорвалось что-то. Так, Джек. Джек, не спим. Поехали. Да, ребята, делов мы тут натворили жестких вам. Пока они там с пожаром развлекаются, еноты выкатывают два ящика с инструментами. И с материалами. Интересно, а какие материалы в этих ящиках? Я думаю, что там только инструменты.
Та-та-та. Спокуха, не поворачивайтесь. Главное, не поворачивайтесь сюда. Ну чё? Закидываем все в грузовик и валим? Я думаю, что... Нет, придется тащить все через дорогу, а там машина ездит. Из машины доносится какой-то шум. Надо проверить, что внутри. Ну ладно, окей. Давай откроем, посмотрим, что там. Это хомяк. Хомяк, ты что тут делаешь? Давай я тебя высвобожу. Спасибо, что спас меня. Норберт зовут хомяка. Хотя это суслик, это да... А, бобер, это вообще бобер. Меня зовут Норбер. Я бобер-строитель. Люди разгромили мою плотину. Я отвлек их на себя, чтобы остальные бобры успели сбежать. Меня схватили и посадили в клетку. А потом вы меня спасли. Я вам безмерно благодарен. Так, я потерял ящик свой. Сейчас, подождите. Ну, поехали. Черт, дорога, конечно, вообще опасная. Столько машин поехало. Да что ж ты будешь делать? Все понятно. У меня, короче, ящики застряли. Джек, подожди меня, подожди. У меня тут с ящиками беда. Меня сейчас еще копы тут повяжут одного. Кто меня будет вызволять? Давай сюда. Блинский. Попадал с этими ящиками. Надо было отвязать ящик и лезть за бобром. Вот, все, получилось. Как раз машины нет на дороге. Чудесно. Великолепно. Машина по отлову енотов. А что там бобер делал, если машина по отлову енотов? Так, там машина едет. Но я успею. Там машин нету. Давай. Есть. Ух, нифига себе, тачка крутая. Кабриолетик. Ну все. Я почти. Слушай, а мне вот интересно, я сейчас отвяжу и попробую. О! Вот так вот я понесу, короче, и все. Так намного шустрее. Вот я гений, а. Круто. А то веревочки всякие там придумываем. Так, я же правильно бегу? Да. Вон тачка поднята. Все, ништяк. Видал, какой силач? Супергерой, который поднимает все силой мысли. Тем самым освобождая руки. Надеюсь, здесь все проходит. Все проходит, никаких проблем. Джек, ты где? Куда ты делся? А, вот он. А, ты еще да? Джек еще тащит, прикинь. Вот это я его догнал. А, вон и бобер, кстати, смотри, тут тоже тусует. Да у нас тут банда собирается. Нужно проверить этот кран. Как его проверить? Если он работает, не придется каждый раз таскать ресурсы через всю свалку. Ну ок, давай проверим. Активировать. Рычаг заклинило. Что делать-то будем, Джек? Позже займемся его починкой. Ну ок. Че дальше? Пошли пока проверим контейнер. А, точно, я же кусачки свистнул. Сейчас. Да хватит уже через тачки-то бегать, а? Вот, это его сверхспособность. Я умею таскать силой мысли предмета, он может проходить сквозь стенки. И автомобили. Теперь у нас есть необходимый инструмент. Попробую убрать эти цепи. Ну, ладно. Опа, получилось. Че, открываем? Давай, открываем. Чертежи, сколько коробок, сколько инструментов тут, ты гляди. Нажмите, чтобы поднять. Чертеж, 3 штуки. На чертежах изображен ветрогенератор. Это классно. Давайте-ка построим его, ресурсов нам хватает. А, это Норбер говорит, это бобер. А бобры же, они еще те строители. Так, сумочки забираем. 200 шестеренок, нифига себе. Билд-мод у нас есть, смотри, мы реально строить можем. Офигеть. Вот это поворот. И вот материалы, бургеры есть, кирпичи, чего только нету. Так, ладно. Нам нужно взять ресурсы и построить ветрогенератор. А где мы его строить-то будем? А? Джек, ты можешь что-нибудь сказать? Или ты в шоке? Ладно, двери закрываем. В смысле, это ты открыл? Джек, зачем ты это сделал? Вот, я закрыл. Все, пошли. Поставим ветрогенератор. Где его поставим? У нас здесь штаб где был? Возле автобуса, правильно? Вот этот вот автобус, значит, возле него ветрогенераторы поставим. Нам же нужно его запитать. Так. Ну, а здесь вот давай попробуем. Построить ветрогенератор. Вот.
Вот здесь вот ему самое место будет, мне кажется. Ё-моё, ты погляди. У нас теперь есть электричество. Да. Пора проверить, что внутри того автобуса. Давай проверим. Дверь теперь работает. Ну еще бы, я же ветрогенератор поставил. А, и Джек сразу прибежал его открывать. Пошли, посмотрим, что внутри. Ну пошли, пошли. Он туда залез. О, нифига себе, прикольно, мы внутри. Сколько тут барахла, конечно, убираться надо будет. Чего, Джек, ты мне скажешь? Какой же тут беспорядок? Не говори. Тут же все-таки не еноты жили. Тебе пора приступить к спасению наших друзей. Освободи старого енота, а я пока наведу здесь порядок. О, ну окей. Но я думаю, что освобождать мы будем нашего старого доброго енота в следующей серии. А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.